Чисто пацанские уловки. Три. Ой, я, наверное, второе такси вызову. Да не, на колени садись, что ты? На колени садись, да? Пойдем. Я любил ее, я прям от души любил. Она, видишь, как, блин, как по-свински, блин, изменила. Как. Не переживай, это так, все хорошо будет. Че, в аптеку зайду, ладно, я цитрамон возьму, башка болит. Ну давай я с тобой схожу. Не, я сам схожу. Пол, ее подруга начала гулять с ее любовником. Ничего себе. Слушай, а у тебя это? Ты что делаешь? Слушай, парфюм интересный ты такой. Шанель, да? Ну, прям вообще. Да, прям. Слушай, у тебя прям здесь соли забились. Давай, раздевайся, ложись. Ну, раздевайся, давай, ложись. Ты что? Тут у тебя забито все вообще. Давай. Сейчас. Куда, брат? О, салам алейкум. Вот прямо до Желтоксанова. 700 тенге. О, все, отлично. Ничего себе, вы на такой машине таксуете, да? Да, я водитель, шефа вожу. Ага, я думал, бассейн, думал, такой богатый человек на такой крутой машине таксует. Да, у меня шеф директор нефтяной компании крупной. Классно. Сколько стоит такая машина? Ну, мы в салоне за 50 миллионов брали в салоне. Все, брат, вот здесь справа остановите, пожалуйста. Здесь, да? Ага. Так, у меня такой 1000. Сдачи дайте, да? Блин, 300 тенге, у меня сейчас мелочи нету. Что, сдачи нет, что ли? Шеф, есть 300 тенге? Сколько? 300. Вот 300 тенге. Тысячи не дай сюда. А? Тысячи не дай сюда. Давай, поехали быстрее, там важная встреча же. Министр же, давай. Шеф, там вон еще стоит, может, возьмем? И Армашка же есть? В основном переехал, на работу устроился. Я слышал, говорят, хорошо зарабатывают, да? Молодец, 500 тысяч тенге в месяц. Полляма! И уляши. Я вот даже эту пенсионку всякие, вот эти отчисления возьми, отними даже чистыми на руки. 450 тысяч. И что, жамамба? Блин, нормально. И даже вон, если квартиру снимать, квартплата, коммуналка, она много, 200 тысяч максимум, видишь, 250 на руки чистыми остается. Плохо, что ли? Нормально. И даже пусть у него кредиты будут там на бытовую технику, да, там холодильник, телевизор, да, и вот отними даже 100 тысяч, и 100 тысяч остается, и что, не деньги, что ли, а? Нормально. И ладно, он там на бензу тратит, а на продукты там, да, такси, шмакси. Остается 50 тысяч тенге, что, плохо, что ли? Нормально. И пусть даже с девушкой куда-то там погулять будет, там, кафе, в кино сходит, да, там, ну, 5 тысяч останется, и что, не деньги, что ли, а? Нормально. Твой друг, который бросает курить. Знаешь, что думаю? Бросаю курить. Красавчик. Все, зуб даю. Братан, ты же бросил курить. Да ладно, что ты, с пивом же. Не считается. Арнат, ты же пиво не пьешь, что куришь? Это же электронные, здесь смолы нет. Брат, ты же не куришь. Да ладно, это же кальян, он на углях же. Ты даешь. Арнольд, ну а сейчас-то что? Это же женский, ну ё-моё. Фигня же. Братан, ну на этот раз-то что? Да я просто понял, что могу продержаться без сигарет. Этого хватит. Чё? Проверка. Родной, там такая девчонка, я потерялся на туре оргу. Она детей любит, ты мой братишка, подвать дед хойма. Нет, все родные, по кайфу оргу нам потревожно. Голову. Сейчас нормально утром. Нормально. Сейчас нормально, пойдем. Да? Жанна, она мой братишка на колёк. Какой он милый! Тартек мухон, да? Пацаны, если не поймут, а че ще хзы? Инна, серьёз, гид пиш, родной на! Хзыла у меня узен горшпе, Ой, брат, сейчас жадно. Прикол, встречай, По-серьёзки сөйлешерген девушка моя, Инна. Завтра сушняк ты, минак пылем, ол эмес. И че она? За девчонка, определись она, Серьез, гид пеше? Кетше, чёрт! Тоқташы! Проезде ақшам жоқ қой, қайда кетше! Алло, братан, салам алейкум, да. Брат, скажи, пожалуйста, вот тебя твоя жена не бесит, да? Вот меня моя жена бесит стала конкретно, 10 лет с ней жил, вот сейчас бесит конкретно стала. Вот в городе же есть все колодцы? По всем проедешь, есть? Вот на заправку заехал вчера, заправка пустая, там одна машина стояла, она вот прям за ней стала. Другие колонны свобода же? Верхов появилась еще.
Что, не уйду от нее? Ну, как бы она же мне детей родила, там, деньги мне дает. Я же не работаю сейчас, да. Машину мне купила. Часы золотые покупает мне, за границу меня отправляет. Все для меня делает. Я прям кайфую. Ну, вот эти машины, вот эти колодцы. Жакуля. Жакуля, бля. Ты капец в натуре, что тащишься, а, как черепаха? Так 40 же, братан. 40, а топи конкретно, я же сижу же. Делай смело. Ты что, ты вот этот ремень, да, свой отстойный одеваешь лично? Сними его нахер, что позоришь, бля. Ты, может, еще всю толпу пропустишь, а? Ну там пешеход же, братан. Пешеход, и что пешеход? Топи, я тебе конкретно говорю. Ладно. Не пропускай никого вообще. Что такое? Менты, что ли? Менты, да. Вот ты типок, реально, я тебе скажу. Капец ты тип, ты что сделал, бля? Ты нахер их не пропустил? Да слов нет. Открою торговый центр огромный и буду сдавать помещение в аренду. А, нет, нет, я лучше открою строительную компанию, буду строить дома. И четырехкомнатные квартиры, которые не будут продаваться, поделю перегородками и буду продавать как однокомнатные. Или лучше эстошку открыть с тремя подъемниками. Если народу не будет, можно мойку сделать. Че, пацаны, начнем что-нибудь вместе делать, а? Ой, пока ты думал. Мы уже открылись. А когда успели? Давно уже открылись. Все что-то делают, а я что делаю не так, а? Мне главное бизнес поддерживают. От налогов освобождают. Много разных плюсов. А я стою на месте, ничего не открываю, а? Надо что-то делать. Надо пообещать тебе, я что-то открою по-любому. А может лучше мороженым заняться, а? Эй, дармоед, лодырь, чем-нибудь занялся бы уже, а? Дорогая, это бизнес. Здесь нужно тонко подойти. Не мешай мне. Можно к вам? Хорошо, заходи. Ассаламу алейкум. Ага, я вам ранее звонил, да? Я ищу спонсора, я хочу снять фильм, мне нужно 500 000 тенге. Вот у меня здесь полностью есть смета, и можно я вам презентацию покажу? У меня на телефоне в PDF-формате. Значит, фильм будет очень масштабный, да, с привлечением самых лучших актеров, операторов. Значит, фильм будет про спорт. Ой. Извините. Будут задействованы самые лучшие актеры и весь техперсонал, понимаете, который... Извините, сейчас вот. Извините. А, смотрите. А, ну и как актеры, да? Значит, ой. Вам этот проект, наверное, не интересен, да? А здесь в здании есть, может, другие рашки? Я поищу вас. Твой шалоказахский друг. Братан, давай чисто, хазахша сулюкша, а? А то я совсем вот. Давай, давай, смело, братан. Смело. Желание, вы главное, желание. Я, пацаны, джанал, Игра престолов тая там, да? Mm-hmm. В итоге, Джон Сноу, Дейнерисын, родной агасы болуп чыгады. Родной братан ее, прикинь. Там драконы в ахуе уже, Тирионның өзі в шоке ғой, ебать. 1 кг картоп, 2 кг огуршек и этот сарымсак. Ну, пияз. Как на русском? Лук. Все, давай. Номер держишь? Запиши номер. Сегіз. Жеті. Ага. 344 11 68. Все, Александр. Александр Субаров. Все, родной, мы тебя наберем тогда сейчас. Қазақ тілін үйренудің ең тез жолы қандай? Енді кәдімгі қазақша сөйлеп үйрену керек. Бәріміз қазақша сөйлеп жүрдік қой. Орысша сөз желательно қоспау керек.